Православная культура занимает серьезное место в жизни современного русского человека, даже не религиозного, это часть национального самосознания. Потому интерес к истории средневекового искусства не иссякает. В Рязанском художественном музее есть целый зал, посвященный иконографии средних веков Рязанской земли. Экспозицию можно условно разбить на следующие группы: иконы, деревянные скульптуры, коллекция резных царских врат. Царские врата – главные врата иконостаса в православном храме, которые ведут в его алтарную часть и символизируют врата рая. Обычным смертным проход через эти врата запрещен, а вот во время богослужения через них могут пройти священнослужители. Дерево, резьба, темпера, золочение. С художественной точки зрения каждый из этих сакральных экспонатов шедеврален. Все произведения так или иначе относятся к храмам Рязанской области. Происхождение каких-то мы знаем, каких-то происхождение давно утеряно. Однако мы точно знаем, что территория эта ограничивалась тем, что когда-то называлась даже Рязанской губернией скорее. Большая часть экспонатов поступила к нам в фонды после масштабных экспедиций, проведенных совместно с центром имени Игоря Грабаря, которые проходили в 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века. Время неспокойное для России, время, когда храмы закрывались. И, в общем, задача была музейных сотрудников и реставраторов в том, чтобы спасти эти экспонаты и довести их до состояния как минимум консервации, а как максимум экспозиционного. С этой задачей справились. Самое значительное произведение – резная икона «Архангел Михаил», начало 16 века, из села Путятино Сапожковского района. Икона не имеет аналогов в русской деревянной скульптуре, хотя поклонение Архангелу Михаилу в рязанских землях было очень популярно. Также присутствует его изображение на иконе. Икона – явление православного религиозного искусства. Иконописцы работают в рамках общепринятой эстетической системы со сложившимися иконографическими типами Спасителя, Богоматери, святых, евангельских и библейских сюжетов. В экспозиции представлены подлинные шедевры древнерусской живописи. У нас нет понятия «Рязанская школа иконописи». Просто памятников нет, на которых мы могли бы это вывод сделать. А самая древняя икона в коллекции датируется концом 15 века. Но для Рязани это нормально. Я понимаю, что там для Владимира Суздальской иконы, для Новгородской – это даже не древность. Но в Рязани, к сожалению, не сохранился тот пласт произведений искусства, который относился к домонгольскому периоду, периоду нашествия. В единичных экземплярах они до нас дошли. Самая древняя икона в зале Благовещения второй половины 15 века написана в эстетической системе Московской иконописной школы. Икона входила в состав праздничного ряда православного храма. Памятники 17-го столетия сохранились в значительно большем количестве и дают возможность судить об особенностях и достоинствах рязанской иконописи. Это время расцвета в искусстве Рязани. Среди других икон 17-го столетия Троица Ветхозаветная, святые Василий Великий и Георгий из Деисусного чина, Богоматерь Адигит, Успение Богородицы, Чудо Георгия о змее. Самый яркий памятник рязанской иконописи 18 века в музее, свидетельствующий о высоком профессиональном мастерстве рязанских художников. И снова к истокам. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике работает выставка, посвященная народному костюму средних веков. На ней вы увидите разнообразие форм, сложившихся в разные исторические периоды. Выставка стала межмузейным проектом. В витринах представлены предметы из коллекции областного художественного музея имени Ивана Пожалостина, областного научно-методического центра народного творчества, музея-заповедника «Зарайский Кремль», ну а снова фонды Рязанского Кремля. Коллекция костюма, которая собиралась еще со времен существования Рязанской ученой-архивной комиссии, то есть с 1884 года, продолжает формироваться и сегодня. Сейчас коллекция традиционного костюма музея-заповедника насчитывает более 4500 экспонатов. На выставке представлена лишь малая ее часть. Зрителям представили 20 ансамблей 12 рязанских уездов, включая Зарайский, который когда-то входил в границы области. Кроме одежды, на выставке представлены головные уборы, предметы
предметы быта, домашние ткани, рисунки Филиппа Малявина, показывающие красоту рязанских женщин, позволяющие оценить, как выглядел наряд на его носительницах. Костюм востребован всегда исследователями, художниками и просто назрело. Это было необходимо сделать до построения новой экспозиции, да, до постоянного экспонирования костюмов необходимо делать такие промежуточные выставки. Костюмы Рязанской губернии в целом отличало обилие красного цвета, однако в каждом уезде были свои особенности. Выставка будет работать во Дворце Олега до конца августа. Более полно представить костюмы из своей коллекции музейщики обещают в новом здании. Этнографии посвятят отдельный зал. Экспозиция будет работать постоянно. Партнером программы «Афиша» остается Рязанский театр драмы, спектакль которого вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Премьера доходного места по пьесе Островского состоялась в январе 2023 года. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Арсений Кудря, художник-постановщик Геннадий Скоморохов, художник по свету Тарас Михалевский и музыкальный оформитель Сергей Потапов. Это спектакль, как бы, наш рязанский именно. Обычно все-таки у нас попадание в лонг-лист или даже в номинацию, как это было с Луизой Гуаро, связано с приезжими режиссерами. Здесь это особенно приятно из-за того, что я все-таки изначально местный, как бы здесь с 16 лет в этом театре работаем. Для меня это как бы приятно. Ну и коллеги меня как бы поддержали, было приятно услышать какие-то слова поздравления, потому что, ну, это действительно было приятно и неожиданно. «Лонглист» — это, скажем так, отмеченные спектакли по всей России в течение года. Их определенный список. Замечательная комедия Островского, написанная в середине 19 века, в момент своего появления вызывала большие споры в кругах писателей и журналистов и была отмечена даже Львом Толстым. Что же так увлекало всех в этой комедии? Молодой человек, недавно окончивший университет, всей душой стремится приносить пользу обществу. Но его амбиции и идеалы постоянно держат его в противостоянии с коллегами и даже с родственниками. Успехи его на службе, где он хотел приносить только пользу, незначительны, и авторитет его невелик. Я старался, в общем-то, достаточно точно работать с автором, и Нина Алексеевна Шалимова – это вот такой достаточно значимый человек в мире нашего русского театра, скажем так, и именно русской драматургии. Она отметила, что мы очень хорошо поработали с автором, это было очень приятно. Был отмечен также на одном из конкурсов таких всероссийских Юрий Михайлович Борисов как лучший артист. И, понимаете, это достаточно современный спектакль, но это не значит, что мы попытались перевернуть автора с ног на голову. Мне кажется, что если ты берешь, ну, Островского, ты берешь Чехова, ты берешь Тургенева, да, это очень хорошо сделать какое-то свое высказывание, но все-таки момент вот этой борьбы с автором, когда люди стараются в какой-то спор с ним вступить, или они пытаются из него сделать какую-то веселительную программу, мне кажется, это не совсем верный ход. Поэтому какого-то супер-новаторства здесь нет. Здесь интересно решено пространство. Геннадий Скоморохов придумал хорошую сценографию. Сам мир такой вне времени, который как бы оттягивает нас и к классическому какому-то звучанию, и в то же время и современному. То есть мы как бы можем видеть параллели и с миром Островского, и в то же время с нашим сейчас современным миром, да, с какими-то офисными работниками. Окружение Жадова считает материальное благополучие важнее убеждений. Устоят ли его принципы и сможет ли он поддержать свои идеальные взгляды? Пьеса, написанная более 100 лет назад, затрагивает вопросы, актуальные и сегодня, и потому вызывает интерес режиссеров и зрителей во всей стране. Непременно посмотрите постановку Арсения Кудри, ведь в его прочтении вы сможете увидеть Островского совсем по-новому.